Всем привет! BetSafe Прибалтика проводит турнир по FIFA 21 среди футболистов и не только. И я, Рома Собченко, ведущий этого веселого эксперимента. Впереди у нас 1/4. Погнали! Всем привет! Опять у нас последний четвертьфинал. С вами я, Рома. И сегодня у нас играет Мурат и... Максим. Максим. Все правильно, что-то я тубанул. В общем, Мурат, для тех, кто тебя пока что еще не знает, расскажи, кто ты, что ты, где ты. Меня зовут Мурат, мне 18 лет, я играю в Кальве. Ты сейчас по CV-шке чисто, да, так типа по тексту пошел? Да, да. Ну ты, у тебя первый сезон был сейчас в высшей лиге, или ты уже играл в высшей лиге? Ну я раньше играл 2 года в Германии, в академии. А что за клуб? В футбольном интернате играл первый год за DFI U17. И второй год уже за Розенхайм U19 команда. Ну и как и... там? А почему решил в Эстонию вернуться или как? Ну там из-за короны и так вышло, что надо было назад. Ну не, на самом деле для молодого игрока поиграть в высшей лиге, ну, Эстония это очень... Ну да. Это... Потому что это уже... Взрослый футбол тут немножко. Ну, я думаю, ты очень многому за этот год научился, за прошлый конечно, год, точнее. Да. Конечно, да. О, уже пенальти. Вот ты как я раз говорил, я не умею. Ну давай, сейчас посмотрим. Вот это. Ну, хоть ударил. Нет, ну, хоть ударил. Конечно. Как он догадался, куда ты будешь бить, непонятно. Хорошо. Макс. Меня зовут Максим. Играл во Флоре последние 3 года. Сейчас переехал в Англию. Куда? В Тоттенхэм. Круто. Молодец. Уже 3 месяца там. Живу, тренируюсь. Ну, окей. Ну и как, ну, тут не каждый здесь, и, точнее, никто здесь не был в Тоттенхэме. Расскажи, как там, что вообще? Ты виделся так лично вот с основными игроками? Да, да, часто вижу. Ну, как? Твои... Впечатляет, мотивирует, да. Мотивирует, конечно. Да, когда ты каждый день находишься рядом с ними, ну, чувствуется запах такой, как бы, пота. Работы, ну, и, да, 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 есть такое. Ну смотри, а ты с кем-то с ними получалось, что разговаривать? Как у тебя, кстати, вообще с английским получается? Неплохо, неплохо, я думал, кстати, будет то хуже. Есть, not bad, да, получается? Да, да. Ну сейчас уже привыкаю, если честно. Потому что когда ты каждый день разговариваешь, как бы хочешь, не хочешь. Ну, у тебя все там на английском разговаривают или есть с кем-то, кто-то с кем-то, может, там на русском, например? Не, такого нету. Там есть пару ребят, которые за границей, но им тоже приходится на английском. Угу. Норвег у нас есть вратарь и 2 брата-близнеца, шотландцы, все равно на английском. Поэтому. А ты там живешь, получается? Живу, можно так сказать, в приемной семье. Который клуб платит. Да. Вот, да. И они, да. Ну, тебя там более чем устраивается. О, Галишка? Да, уже. Так, а ты фифер, я смотрю, да? Ты зря время не терял. Ну да, играю. Ну, вы же, наверное, оба умеете играть в фифу, правильно? Типа, ты играешь там в Ultimate Team, во что-то играешь. Слушай, вот ты как игрок, вот сильно поменялась 21-я фифа от 20-й? Да, сильно. Сильно? Да. Да. Потому что вот так с виду, ну, не скажешь. Ну, я 20-й FIFA не так много играл. Я был в Германии, у нас там не разрешали, да, играть. А, PlayStation, а да. То есть прямо... В интернете, чтобы, да. Чтобы не отвлекались на вот это вот все. Да. Ну, с одной стороны, сами правильно, что время. А что ты делал тогда? Ну, вот. Как ты занимался свое свободное время? Вот играл в футбол. Ты когда успеваешь вообще пропускать? Я вопрос успеваю задать. Я каждый раз смотрю, там уже счет меняется. Ну, извини, я тебя перебил. Ну вот, играл в футбол, там в баскетбол играли, когда было время. Ну, на самом деле, как в принципе, молодым людям и надо бы проводить время, правильно? Может быть, все правильно. Может быть, так категорично прям не надо, чтобы нельзя было, да, но по большому счету ничего плохого в этом нет. Yeah. Слушай, ну вот смотри, что ты можешь сказать после вот первого твоего сезона высшей лиги? Первый же, правильно? Да, yeah, первый. Вот, и какие твои ожидания или планы на следующий год? У клуба какие цели, например? Вы же, ну, сейчас будете... В весь лиге играть. В весь лиге. Ну, ожидания...
сложно сказать, какие. Ну, твои личные. Я не говорю клубные, там вот твои личные. Ну, для, личные может быть, касательно именно тебя. Вот что твоя цель, например, на этот год, на этот сезон. Ну, я думаю, максимально помогать команду, как возможно. Mm-hmm. Это первая цель. И, ну, свои цели. Я бы хотел, ну, в этом году завивать. Ты вспоминаешь ответы? Ну. Вот. А, ты вот там просто возюкаешь человека. Я только сейчас вспомнил. Забивать минимум как 10 голов, я думаю. В игре, за игру, да? Не, за сезон. Я понял. За один тайм. Слушай, ну тут у тебя вполне... Пока идет. Пока график ты держишь в этом плане. Да. Ну, в общем, просто расти становится лучше, правильно? Да. И помочь команде отдать максимум. Да. Ну, я думаю, и назад в премьер-лигу. Да, да нет, ну, плавится 8 ПВ, наверное, Восмарду будет самый такой... первый, так сказать, соперник. Да, Норду на Мюнайтед тоже хорошо играет. Ну да, на Мюнайтед согласен. Флора Дубль. Да-да-да. Хорошо, а у тебя вот какие, как ты видишь вообще свой следующий год, сезон? Хочу гол забить. Первый гол? Хочу гол забить. А, здесь? Все, забил. А теперь еще какие-то есть планы неосуществленные? Да, ну хочется выиграть лигу. Мы неплохо идем. Сейчас второе-третье место. Но как бы там в таблице все очень напряженно. То есть, например, команда на пятом месте, ей достаточно, что ну, сыграли в ничью, они выиграли, и там уже все меняется, да. Но пока идем неплохо на третьем месте, или даже на втором, поэтому да. Но сейчас тяжело. И это какой возраст получается? Это U18. U18. Да, и мы, получается, в северный Лондон. А кто у вас там из таких грандов есть в вашей Получается, лиге? Мы... Челси, Арсенал, Фулхэм, Астон Вилла. Ну, то есть, ну, неплохие команды. Да, ну, конечно. Да. Ну, они примерно вот по тому, как выглядят основные команды, вот молодежка. Есть кто-то, кто явно уступает, ну, в плане того, как он конкурирует со своими соперниками в лиге? Ну, что там, Арсенал там совсем где-то плохо идет. Ну, вот сейчас есть такое, что Арсенал по нашему возрасту, они где-то во второй части таблицы. Так, я понял, сейчас не мешаю, у тебя моментик. Два. Да, неплохо, уже... неплохо. Не, ну попахивает камбэком так-то. Да, да. Ливерпуль не такое творил в свое время, да. Так что... Наоборот. Когда вы еще... Что, сколько вам там было? Наоборот, у нас как бы сейчас Астон Вилла, то есть если... Хотя они и первая команда неплохо идут. То есть у нас сейчас Астон Вилла, мне кажется, на первом месте. Фулхэм неплохо идет. Ну, на самом деле, все держат марку, я так да, понимаю. Да, да, да. И стиль я так думаю, у вас, в принципе, и каждый играет всегда как 50-50. Да, да, 100%. Да. То есть мы можем на равных играть вот там с Астон Виллой, который там на первом месте. И игра намного сложнее будет с Лестером, который сейчас в конце таблицы. Вот, поэтому там, да, там нужно готовиться к каждой игре. То есть нету такого, что... Не, ну это и хорошо, потому что это нет супер, проходных да, игр, да. Ты... И, в принципе, и без разницы, с кем ты играешь. И ты так прогрессируешь, да, это помогает, конечно, прогрессировать. Конечно. У тебя получилось... Ну, ты говоришь, первый гол, да, хочешь свой забить там? Нет, я уже два забил. А, ну вот. Я хотел FIFA забить. А, вот, да, я поэтому, потому что я даже видел. Я видел твой... Ты первый гол вроде как-то, типа, с полу... Ну, с разворота, да, попал? Да, да, видишь, я слежу за твоей карьерой, так что... Так, еще момент. Ну, третий успеешь забить? Ну, почти, почти, неплохо. Сейчас я вас начну еще вопросами грузить. Вы тут вообще от сейчас начнется. Вы вообще про FIFA забудете, у тебя будет шансик. Правило я повторю, да, что можете нажимать там дальше. Кстати, у вас очень равная игра, если на счет не смотреть. Есть такая. Я задаю вопрос, правильного ответа нету, это блиц-опрос, у тебя единственное, что есть 3 секунды, чтобы быстро ответить, или хотя бы, если одним словом ты не отвечаешь, то начинайте отвечать. Не парьтесь, нету неправильного ответа. Okay. И правильного тоже, просто. В общем, но единственное, что если ты не успеваешь за это время ответить, то другой, например, ты не успел, ты ему можешь сказать, что ему сделать в тактике, или кого-то поменять, okay. И так далее, и так далее. Небольшая мотивация. Okay. В общем, Мурат, тебе первый вопрос. Так,
Назови три вещи, без которых ты не можешь жить. Быстро. Футбол, чай и FIFA. Я понял. В принципе, ну, более чем достаточно, я понимаю. Будни молодого спортсмена. Так, Макс, вопрос тебе. Если бы ты стал невидимым на один день, что бы ты сделал? Я бы следил за моей сестрой. Ну, в принципе, да, и потом просто компромата набрал на нее. Да, на будущее. Да, конечно. А ты не промах. Мурат, твоя очередь. Ты когда-нибудь примерял платье? Нет. Такой, нельзя говорить. Этот испуганный взгляд. Нет, ну... Я как-то сестры каблуки одел, ну, типа, мне не подходит, я поэтому решил, не мое. Так, ладно. Нет. Макс. О, как раз, ничего себе. А ты пробовал когда-нибудь на каблуках ходить? Нет, никогда не пробовал. Не попробовал. А ты такой, а я в платье был, типа, просто вопросы надо было поменять, и все сошлось. Ну, тоже не твое, да? Не. Ну, да, конечно. Сложно. Мне было тупо интересно вообще, типа, ну, как они это делают. Так. Получается, Мурат, правильно? Да. Сколько селфи ты делаешь за день? Две. Один. Ну, короче, типа так, да. Что видеть, ну, как мне волосы стоят. Если волосы хорошо лежат, такой можно и трешечку дать. Нормально. Так. Чего у вас там, кстати? Ты давай поднажми, тебе два гола еще что-то забивать. Ты же знаешь, как счет в футболе работает. Правильно? Да. В Англии два забил, и тут два. Тут, наверное, попроще будет все-таки. И вопрос тебе, кстати. Разговариваешь ли ты сам с собой наедине? Редко. Я не знаю, что должно произойти. Может, когда я очень злой, ну, что-то такое. Что-то мотивирующее. Просто поругать. А так, да, так, типа. не особо. Хорошо. Мурат, твоя самая вредная привычка? Я делаю звуки. Чем? Окей. Ну, как? Сказать. Типа ты просто озвучиваешь свой, ну, типа, каким-то звуком свое действие озвучиваешь, типа такой, типа сил. Ну, типа как такого, дед, да? Да, такой, да, типа такой. Молодой дед. Да. Я понял. Ну, не, я, кстати, заметил, у меня тоже недавно такая фигня появилась, но мне позволительно возраст уже. Тебе рановато. Надо начинать. Да, ну, хотя бы репетировать, понимаешь. Макс, какая часть твоего тела тебе нравится больше всего? Руки. А почему? Ну, точно не ноги. Я подумал, пресс будет слишком сказать. Писюн слишком тоже. Ну да, куда. А руки в самый раз. Руки в самый раз. Ну, тоже, я думаю, нормально подходит. Мурат. Да. Ты когда-нибудь целовал другого парня? Я не знаю, почему мне такие вопросы достаются. Давай другое. И сейчас бы такой, блин, хотел бы, что такая история, блин. Ладно. Как ты оцениваешь свое чувство юмора? Я могу сказать за него хорошее. Нет, хорошее. Ну хорошо, хорошее подходит, но у тебя есть он. Да? У тебя есть, да. Могу. Можешь что-то сделать ему с тактикой. Так что нажимайте паузу, когда захотите. Это твое дело, когда пользоваться. Только Мбаппе не поменяй. Не, он делает, что хочет. Давайте. Слушай, ну он, ты на самом деле два гола сейчас ведешь, 75-я минута, так что... Схему... Защитника. Я бы на его месте, я бы ворочку поменял, не? Не. Ну давай. Так, а вопрос будет тебе, да, следующий? Давай вот это. Да. Ну по игре вы равно играете, я не знаю, как-то так в начале... Ну нужно было войти, давно не играл. Да. Так, продолжаем. Что ты сделал ему в итоге? Схему с тремя защитниками поставил. Это ваши заготовочки. Я понял. Макс, что бы ты ни стал есть, даже умирая с голода? Вяленую рыбу.
Почему? Не знаю, тяжелый вопрос. Ну вообще, наверное, не вяленую рыбу, а сырую. Вот это. Но вяленую, не знаю, не очень люблю вяленую рыбу. А сырую, типа, просто не зашло, да? Сырую, ну такое. Ну, типа, мы сейчас не про суши говорим. Да, 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 без всего, не знаю. Типа с чешуей даже, да? Ну, ты вот в таком виде представляешь, типа, не, ну... Такую, ну да, да, что-то ну, такое. Типа... Я вообще думал очищенную, но так, да. А, то есть очищенную ты бы еще подумал, типа, да, ну, нет? Ну, если прям... Да нет, ну, конечно, я думаю, там можно и оттронуться, на самом деле. Да. Я да. тоже не стал. Правильно, правильно. Так, Мурат, ты смотрел «Сумерки»? Нет. Не смотрел. Я, кстати, начал свой этот путь в «Сумерках» со второй части. Так получилось, там, когда она вышла в кино, это было давно. Мне там какая-то девушка нравилась, и, ну, мне надо было как бы в кино сходить. Она хотела на это. Ты смотрел «Сумерки»? Нет, я тоже не смотрел. Ну вот те, кто смотрели, поймут, что там в принципе нелегко разобраться. А когда ты со второй части, ты вообще не втыкаешь, что происходит. Там просто кто-то типа, ну, в кого-то превращается. Ты не понимаешь конфликта, ты просто сидишь. Но потом я посмотрел первую и опять ни хрена не понял. Так что, да. Макс, ты. Я. Так. Давай отсюда возьму. Ты оказался в закрытом торговом центре на всю ночь. Что ты будешь делать? Я буду воровать вещи. А что ты будешь делать, когда утром охранник придет, и ты с такими чемоданами стоишь? Ну, походу... Типа, ну, я так пришел. Раскладывать по полкам обратно. То есть ради этого, да? Ты просто всю ночь собираешь, и потом с охранником ходишь обратно кидаешь. Ну, понял. Ну, а если там были бы даже аппараты какие-то, не... Ну, смотри, какой торговый центр. Может, на батутах каких-нибудь попрыгал бы. Ну, да. Это же обычная тема. Да. Батут просто. Посреди зала батут. Так, и что у нас получается? 5-2. Да, поздравляю тебя, ты молодец, а ты не расстраивайся. Тебя, кстати, ждет утешительный приз. Даже дам тебе возможность выбрать, кружечка или футболка? Футболка. Да, это был очевидный выбор. Вот, держи. Спасибо большое. Тогда все, с тобой мы увидимся в полуфинале. С тобой я буду следить, удачи тебе. Спасибо. Так, всем пока. Увидимся. Увидимся. Давай. Спасибо. Что вообще на допинге проверяют? Ну, наркотики какие-то или, наркотики, или, допинг, или просто типа, допинг, да, когда помогаете играть. В чем прикол ТикТока вообще, вот я вот не понимаю. Вот. Что вам нужно сделать? У вратаря убрать вообще. Почему именно мы? Как так получилось? Это типа специально? Ну, у тебя все хорошо. Нет, внутренний, у меня нихера не хорошо сейчас. Я смотрел, как Варди играет в PlayStation, пьет пиво. Как можно 40 часов, ну, не ходить в туалет? Вышел из тачки, такую пьяную двоечку дал затяжную.